Единороссы Каспийска провели очередную встречу с жителями МКД. Мероприятие прошло во дворе многоквартирного дома по улице Алферова, 5Б. В ходе встречи депутат городского собрания Каспийска Асеф Пирсаидов обсудил с собственниками квартир насущные проблемы двора. Спрашивал, какие у них проблемы, чем мы можем помочь. Ну, вроде проблем нету, говорит, дом, говорит, хорошо содержит, территория благоустроена, вроде свет, вода, все, что необходимо для жизни, есть. Единственная проблема, которая создает неудобство жителям, это вот есть борцовский зал здесь, на территории техникума. И вот жители говорят, когда проводят соревнования, что там невозможно проехать во двор. Вся парковка занимает вот эта проезжая часть. Депутат пообещал жильцам поговорить с владельцами спорткомплекса и решить образовавшуюся проблему в ближайшее время. Кроме того, он рассказал о новом партийном проекте «Жители МКД», который направлен на поддержку жителей многоквартирных домов. По его словам, это важное и необходимое направление работы, которое позволяет совершенствовать качество управления МКД в нашем городе. Практика проведения встреч на дворовых территориях МКД реализуется в рамках народной программы партии «Единая Россия». Жители МКД по направлению работы со старшими по домам, где обсуждаются строительство, ремонт, благоустройство, состояние дел, сфер ЖКХ, народный контроль за оказанием услуг. Напомним, что подобные встречи с активистами многоквартирных домов пройдут по всей республике.